Светлана Валентиненко. Саня тут свою порнуху играет с этими МКшками. Чё ты там опять про МК бубнишь? Да, он пишет мне, МК, да, ему говорит, нахуй тебе МК. Нахер кому-то другому МК. В смысле, что сейчас там про МК было сказано? Да забей, это хейтер за МК, короче. Двор, блин. Я говорю, дал МК, он вот икону, блядь. Блядь, 4 ему сейчас нахера. Твой. Вы что, с математикой как, нормально все? Че? С математикой нормально все? Че с математикой? Ты мага, обменялись по двое и все. Блять, я не сторонник того, чтобы нахуй МК между магами раскидывать, нахуй, как вы это не поймете, нахуй. Нахуй ты его сагрил, блять. Ну, ты в первую очередь себе добавляешь. Его никто не агрил. Я не про моба, я про бигдема и МК. Да вообще, да вы вообще, это вон лучше мобов бейте, меня захильте. ЗДшники, встаньте ближе к кемпу, чтобы вас мелики разбивали. Да, очень интересный бурст. Паре подукачал. Вот есть еще, да заебал, сколько их там нахуй? Еще 3. Вот это поставь пока групп лут. Что-то выпало. Да просто не всех прокликать можешь, посмотреть, что упало. Он, чё, большой бежит за нами. На, ноги, на, вот, лови. А, сейчас. Понял, с рука. Надо моба затанчить. Где они лежат? Ну вот здесь в пачке, на лестнице. Вы мне... Расскажите, вот у нас сколько хилов сейчас в рейде? У кого спеки хила есть? Или мы обосремся? Да, я похилю. Только на эту зайду там на ту хуйку. На ловушке можно спокойно. А? Где они, ебаные? Слева. А, я хил, что ли? Ты заходишь? Или сейчас нет? Заходишь. Так, пока мы тогда эту пачку убьем. Не хила спекаться? Да пока не надо. Так, ты фул хилом идешь? И чё за хил у тебя? Так, ставим шкаф.
кто в танк второй? Тут выбора нету, да? Кто скажешь, кто будет. Ну, у Шутастика только есть танк. Шутастик, танчишь? Спекусь. Так. Я каски просто. Хорошо, хоть паладина 3. Так, ставлю рыбу. Жрём. Прям идем очень быстро, блять. Будет ребут, не будет, похуй. Кто второй на рейндж выйдет? Я на флексе выйду. Два ханта там. Не парьте мозг. Все, быстро. Давайте только... пристабав. Пристабав быстрее. Все, принял, не принял, готовность. Пуляем нон-стопом. Поехали, хуярим. Я понял, блядь. Нахуй. Ну, я подъебало забежал, блядь. Бомж, хули? Ребят, ну отойдите. С огня выходите, блядь. Там подумайте, а что, кто его резит. Боярница? Ну, какой-то водикон, может. Ханты чуть подальше. Или что там, амак? Так, вставай, защитите Шатастика. А чё за хуйня, чё тебя убило-то, блядь? Бля, кто на РНЖ стоит, и вы не уходите бить босса. Костерез. Клевом. А ты 33 тысячи хп, нахуй, ты хуй переоделся, блядь. Блядь, точно, блядь, чё за хуйня? А кто его, блядь, корки мочите, блядь. Это на хп быстрее, крик обновите на хп. Дай 7к. Пристабав. Ну я не знаю, ну хильте меня тогда. Все 5 хилов сильно. Ну все, тебя разъебет. Ну да. Хп мало. Я на шипе. Дубо отдал. Еще лучше, блядь. Хилим Войда сильнее, блять. Давай, Илэйн, Ретрик, давай по мне каплю, по себе бабл нажимай. Бля, ребята, вы когда на шипе стоите, себя в цель выделите. Нажал Илэйн. Вас нельзя вижу. Хилить. Маг на шипе сзади. Вот Фокса быстрее сбейте. Хилим. Просто хилим так, что пиздец. Хильте прям, блядь, чтобы не успевала. Значит, смотри. Этот. Ставь тотем. Пуль ДЦ гимноману. Так, там Буриба я сейчас закину. Буриба я закинул. Смотрите, значит, хильте нон-стопом. И сейчас будет, значит, Бурибай будешь давать. После первого каста шипа будешь давать на меня каплю и по себе бабу. Потом продлим эту хуйню массакрой. Так, готовимся. Босс отходит. Так. Так, сейчас первый шип кастует. Во время его даешь. Так, Бурибай, давай, готовься. Давай, каплю на меня. Да не эту хуйню, а бабл, блять, он же тебя убьет. Пизда, ну ёбаный в рот, ты не понимаешь бабл? Захильте быстрее на фул. Ай, очко, ебать. Блять, почему так, нахуй? Падайте. Ты когда переодеваешься, ты шмот-то хоть одевай. Блять, забыл про шмот. Редко просто спекаетесь, спеки не меняете, блять. Конечно, так ты еще тут, муха, быстрее. Ну так хули, быстрее это не значит, как попало, блядь. Надо же все делать правильно. Встаньте, блядь, хули вы разбежались? Встаньте под босса, нахуй, и сдохните. Блядь, я понял, блядь.
Все. У тебя управления экипировкой нет, что ли? Джойстик. Да есть у меня все. Вот это 50 на 50, ну не спасет, там, блядь, урона дохуище. Бабл надо отдавать, а не 50 на 50. Илэя вообще, по-моему, просил, по-моему, не отдал нихуя. Или отдал. Я не видел, блядь. Надо будет записать вас в ТБМ, нахуй. Смотреть, то, что отдает. Я тебе ВАшку могу скинуть. Да хули мне эта ВАшка? Я и воду прекрасно все вижу, и в ДБМ все показываю. Ну, зато ты видишь кулдауны всех. Плохо. Я говорю, в ДБМ могу добавить так же. А вот, блядь, надо было СС раздавать. Сейчас бы по друидам раздали 2 СС, и было нормально. Ну, это я так. О, там ходил, блядь, танк. Было бы так же ненормально. Потому что второй танк у нас без танка шмота был. Да, он мне с ударом свалил. Вот час можете раздать. Давай, я по войду кину СС, а ты по... Ебать, я понял, нахуй. Вот ты кинешь, он мне хуй пригодится, блядь. Лучше себе кинь, блядь, на лужах, чтобы когда сдох встал, что ли. Я понял, блядь. Я на лужах не дохну. Там бежишь, это... нет, тут рыба уже стоит. Это, блядь, не ТТГ, где я первый раз был. Так ты же в десятке был. Да был, был. Ну там то же самое. Ну то, блядь, было 12 дня, и я был бодрый, а сейчас... Киньте каску еще раз, пожалуйста. 6 вечера, а блядь. Вы вялый. Вялый. Эй, вялый. Если вялый, это плохо. Это о чем, блядь? Заебал этот баг Сируса ебаный, блядь. Пидорская хуйня, блядь. Говно ебаное. В натуре, блядь. Не меньше, не больше, блядь. Короче, блядь, я не буду одного человека ждать. А то по одному челику, блядь, не принимают. Стоишь, молишься на них, блядь. Нахуй надо, блядь. Пизду. Да там 4 проверки было. Да, блядь. Тоже эти проверки, нахуй. Больше не буду давать, блядь. Просто хуярим. Как ты простоял с 30 тысячами хп в тот раз? Я вообще охуел, блядь. Смотрю, такое тело, блядь. 30 тысяч хп бежит, блядь. Просто промахился этот босс, блядь. Отхиливали, по мне прилетало. Я там посмотрел раз по 30 с лишним. Раз 10, наверное. Хилы там, наверное, охуевали, блядь. Скажу, что за хуйня, толк ваншотит, блядь. Тонкий медведь у вас какой-то, скажут. Ваш медведь говно какое-то, блядь. Вставай, вставай, прям в лужу, бля, ярость резается, заебись. Да у меня и так нормально тут ярость. Рубай, брат. Брей, ты что, хочешь танчить, что ли, ебаный свет? Сидит там, хуярит. О, перезагрузка, блин, я понял. Интересно, успеем леди убить? Тут на ханте справа. Мы еще ребро не убили, блин. Интересно, а вот тут Frost Resist спасает от него или похуй на него? От чего? Ну вот от его магии, это он же льдом каким-то, лужи. Лужи ледяные, ну. Спасает. Я сегодня купил эти шмотки на Frost Resist.
Ты ко мне подойди, бля, ты сдохну так. Bone Spike Cast. А у тебя куплен этот с Джайни Вудикон? Нет еще. Это? Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Ну что, сколько? Я так же полчаса перезагрузка будет. 12 минут. О, поешка, да? Ля, а можно мне это колечко на AirDrop со скидочкой? Ты угораешь? AirDrop? Это поешка. Ну, блядь, чисто власти. По-братски скидочку-то можно. Оно на AirDrop залупа полная. Это кольцо. На кого оно нормально? На Шама, на Хапала? Это наши сапроты, фласки. Угу. Так я же не говорю за даром, я говорю со скидкой. Тут помощник есть еще в пачке стоит, так что сначала его убить. А потом Женя спекни с вердру, а у Жени кольца нет. Так что, блядь. Здравствуйте. У нас еще один друль появился с синдромом друля, да? А чё, чё за синдром? 4 спека. Своих не одевается, других одевается. Вот так друли обычно говорят. Ну, я не про друля и говорю. Так, помощник, отойдите, милики. Не знаю. Лопнули. Бля, вот бы эти выпали запах. Охуенно было бы. Второго цеплять сразу или не надо? Цепляй. У нас 10 минут. Баски. И сводить надо еще. К тебе привезти его? Ну да, конечно, да. То хули мы в разных стоит непрофитно, блять, их надо уешать. Его еще приморозили, блять. Это нормально. Не лежим, заходим и ты пешимся. Похуй. Инра раздаем. На, ты брез идем. Чего, успеваем? Да. Бля, дайте бафы, пожалуйста. Так, я слева, ты справа. На другую беги. Бафы для слабых. Там сзади еще вышел. Сзади похуй. Пошли сзади бить моба.
Этот Invisible иди. Что, прислужника снесите мелики. Invisible. В сторону, где у Шатастик стоит справа, в ту сторону гриппа с лестницы моба. Чтобы вы там быстрее заливали 4 тела пачку. Кто-то морёт нахуй, нихуя себе. Это с этого серьёз само, знаешь же, бывает, бегут крича. Кого-то замесили. Сейчас кому-то ёбну. Так, с лестницы грипнул, я не знаю. Так, что там? Пойду перочинным ножиком тыкать кого-то. Ну да, спасибо. Сыпуха. Да, там были еще в театре. Просто 23к. Свои сильные руки, но... Что здесь, кого-нибудь бить будут, но хилить никого. Сзади дух идет. Сейчас кого-то врежется. Пусть врежется, хилить. Нахуй. Все стоят, урон. И получают... Опять сзади дух. Видишь, Равейн поймал духа. Забираю, Шатастик, набираю гробом. Spirits. А сейчас трибут, чего геру жмете, дайте. Геру. Пожалуйста. Я за шамана сказал геру. От духа убегать надо, если что. Да лови их, блин, ему хочет хилить. Приучать к плохим людям, потом еще пытаться хм травить. Я просто дубовую прожал, хиль Биг Дэм, блять, я в лужу стою. Да, не сильно были дела. Это второй же осколок, да? Угу. Так. Вот тебе колечко на R-дру. Ребят, если сейчас можно обойти. Спасибо. На сколько минут? Мы курим? Насколько можно будет? Да, хуй знает. Сегодня... 4 минуты. Мы успеем корабли забить? Ну мы почти не успеем. Мобов ебашьте. Трафа падает. О, с кораблей же кольцо, да, падает? Крипхостовый. Да, это курите там минут 5-7 там. Сегодня было сколько? 25 или 30 минут? Перезагрузка, блядь. Перезагрузка. Я сегодня, короче, ехал в Новокузнецк. По дороге все переметено нахуй. Короче, 5 аварий. Только до Прокопьевска, блядь, видел. 5-4, по-моему. На обочине половина машин стоит на аварийке, блядь, никто не видит. И потом... Все боятся, потому что... За Кузнь, за, получается, Терентьевское проехал. Там просто... Пробка такая, прикинь, ну, автомагистраль, там 130 по ней ехать, можно просто пробка, блядь, ну, вообще не едет, нахуй. Нихуя не видать, блядь, метет все. Это очень... они просто скорость не нарушают.
Нет, там что-то 5 или 6 машин, короче, звездочкой там прям как это нахуй. Ну, видимо, хуёво видно было, как давай друг друга щелкаться, нахуй, все просто, блядь. Такую миссию. Жесткая, ну. Чувствую, я какой-то, блядь. День жестянщик. Ну. На корабль лучше не заходите. Ну, можно же, наверное, зайти и просто выйти с игры. Ну, бывает потом такой случай, что провалиться можно. Ну, давайте тут офаемся тогда. Правую пушку забиваю себя. История хорошая, блядь. Идем за мины с Виталища. Чего? Да ничего. Надо, чтобы люди твинов делали, чтобы эти твины были нормальные, блядь. Ну вот как у меня шаман. Чтобы был выбор из кого. Да. А то нету выбора нахуй. Да чтобы элементарно хотя бы вторая обычка легко собиралась. Чтобы, ну, да я хуй знает нахуй. Завтра попробую еще целка собрать. Второе. Соберется, значит, еще что-то пронесем. Ну я все как бы уже постоянно с вами. Могу ДДшить, могу танчить. Еще хила тебе надо собирать. Ну хил у меня вот шуман. А хапал. Это не хил. Да нахуй мне хапал хил. Бельгий нужен. Я в свое время тоже думал, блять. Нахуй это вся хуйня. Потом почему-то так интересно стало все спеки пособирать, блядь. Хилы, блядь, танки, нахуй. Я хилил паладина, мне не очень понравилось. Мне вот шаманом зашло. ДЦшником еще пробовал. Мне как паладином... Бы вот там оно, знаешь как, вот оно вообще никаким хилом мне по сути не заходит. Мне только заходит на некоторых боссах определенным хилом. Вот, например... Халиона в Гере, я люблю хилить хапалом, блять, это прикольно, вообще круто. Нет. Холи Престом во тьме люблю на Халионе хилить. На Синдре, блять, на Тухлом. На Лане, там, на Профей заебись. Ну, там, где идет, там есть, ну, там есть ДПС, они там где-то просто... Точно, один нормально на Синдре хилил, я видел. Самый кайф хилить на этом, на хапале, это на Нубе, блять. Вот это пиздец, вообще бомба. Просто спамишь. Не, ну, кайфово хилить. Хапалом, блядь, хули у тебя частица на танке, и ты еще двух танков поднимаешь на фу, вообще пиздец. Первый по хп стоишь, вообще похуй, одну кнопку жмешь. Ну ты первый по хп, когда меня... Да и ты там, блядь. На это, внизу, блядь, было, блядь. Да, блядь. Первый по ХПС, зато избытка очень я много. Я когда на хиле играю, ты знаешь, что меня хуй кто догонит. Ты в каком году вообще играл? Я забыл уже. Да кто такой вообще? Да я ебу, в каком мы играли. 17-й, 18-й, 19-й, наверное, что-то такое. В конце 17-го. В конце 17-го этот канал создал. Потом 18-й играли еще. И вот где-то в 18-м... Летом, по-моему, или весной, нахуй, я качал на Сирусе Вара. Я там на Сирусе Вара качал, еще играл на Циркуле. То есть я еще восьмидесятником тут не был на X2.
Вот, а потом мы. Короче, его... не. Мы играли с тобой, когда еще нахуй ты даже не знал, что такое сервер Сирус есть. Ну, это тогда... А потом у вас что-то какая-то хуйня пошла, что все начали съебывать на этот Сирус. Это, ну, это либо начало 17-го, или 16-й год, наверное. То есть так-то похуй. Чё там, блядь? Вы зайдёте там внутрь, блядь? Они дрочат. Не мешаем. Там вы дрочат? Будут, и потом вы будете про нашу. Вы же знаете, как это работает. Алло, блядь, Диси там, заходите на серф. У кого не заходят, блядь? Бурябай заходи, Хульдц заходи, Равениан заходи. Кто там? Кто это? Илейн заходи, паладин. Ушатастик ты где, блядь? Кто танчить будет? И топа. Я тут ранец одел, стою, блядь, жду, блядь. В процессе. Блин, время проебываем. Ебать, время, нахуй, уже 44 минуты. Да. Пиздец. А так бы воид сходили в Раску, ушли бы чилить все, нахуй. Ну, придется теперь до часу сидеть, как минимум, блин. Да, да хуя. Ген, если ты тут, заходи. Топа? Где топа? Это сказал, я в процессе. Топа заходишь? Нет там? Где топа? Что-то я не вижу, блин. Сука. А топа где он, блядь? Что-то его нету в Дисе. Или чё? Все, нагорел. Утопал. Так это хуёво, блядь. Ёпа мать, я в трубу провалился тут. Это, присуньте да, меня. Молодец. Я запрыгнул наверх, куда-то в трубу упал, сижу внутри. Из нее выпрыгнуть можно. Да, там надо прыгать. Камеру вверх поднимай, на самый край прыгай. О, есть. Хуя я мастер. Раздуплите топа, он зайдет там? Нет, блядь. О, ну-ка. Илейна не будет, он написал Диси. Ну охуеть. Я в ахуе, блядь. До скорой встречи, до скорой встречи. Я любовь. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Бамми, блядь. Рома холик, нахуй. Давай в ЦЛК работаем. Здорово. Кто там еще? Вон Рахан, бля, пойдем ебашить. Рахан. Ну или это, ох, на приставку, целка. Фокус. Фокусируем. Что у нас много фокусов в рейде. Смотрите, много не прыгайте, заряды кончатся. Один фокус. Хули ДЦ зайдет, нет? Алло. Не говорил в процессе. Да, зайду. Ага, шо. Блять, ну этих раздуплить только. Таких херового херового, да? Кто-то коники. Ага, блять, пизданулся. Споткнулся. Когда прыгались, да? Пизду, короче, блять. Чё вы делаете, нахуй? Прыгаем. Они суицидники. Дудл джамп открывает. Дурочный. Заряды кончатся, потом в бою не сможете прыгать. Но. Давайте, блять, это надо убить эту хуйню.
короче. И лично 10% хлапает всех. Похуй на хульнице, короче. Или с этим ману запускаю. Буду улетать, значит. А есть квест сюда? Я что-то квест не взял. Похуй. Вот сколько уклонения? Шарните квест, ты можешь. Какой? 20% и 28%. А есть ремка на уклонение? А-а. Ну ладно тогда, будешь убегать от Мурадина. Как 20-то у тебя? Мало. Ну, вообще лука режет. У меня 48. А нет, 23. Наебать хотел. Так, ты тут остаешься. Такс. Короче, ну 3 мага, наверное, да и полетим. Скинем на. Летите уже туда, хуярьте там все. Мелкий дамажит. Линканите кто-то ссылку на дис в гильчат. Это третий маг. Второй. После следующего мага будем улетать. Ну что-то стаков копит, как пидорас. Но мне ну. дохуя прям. Так я говорю, надо это. Тринку на уклонение было одеть, но. Прожать ее, он бы по тебе не попал и скинул. Да похуй. Хильте сейчас войду хорошенько. Сейчас дубовую отдаю, короче. Готовьтесь улетать уже. Милики, убегайте. Готовимся. Улетайте быстрее. Улечу, он вас убьет. Улетели. Все, улетел. Все, обратно летим. Вот долбоеб, а хули вот он кидает, как мудак, сука. Подойди, бейся, как мужчина, блядь. Заебал. Вот он пока кидал, он 8 стаков накопил. Пиздец. Коли ДЦ, что у тебя там? А вы этих убейте оружейников, блядь. Куда они стоят, стреляют? Блядь, не посмотрю, буду... А, ну ладно, я пока не буду мешать. Написал. Это слышишь, Войт, в ПВП вечная фраза варов, блядь. Это, блядь, убейте оружейников. Подойди сюда и бейся, как мужчина, блядь. Ну, да, да. Когда он стоит в глыбе замороженный. Угу. Ноги приморожены, такой стоит, иди сюда, нахуй такой шевом размахивает, блин. Это у Шатастик, ну-ка забери мобов. О. А они на мне, они просто туда убежали, стоят на меня, смотрят. У меня есть видос, как я Форест Мага... Очкует тоже, очкует, видишь. А чё там, скоро добьете? 21%. Сейчас, блять, 300 тонн еще. Блять, вы долго что-то пизда, блять.
хильте хорошенько сейчас, прям спамьте. Свет небес и этот жизнецвет на стак идут. Я все делаю, как Войт учил. Стою в лужах, чтобы ярость была. Зависло. Ну ёб твою. ИЗС. Сука. Я ебал нахуй. Это проёб? Это диск. Скрин сделайте там. Сука, отвечаю, бля. Ёбаный по голове, бля. Да, я сегодня ровно 8 буду спать. Какие рейды, они будут у нас до 2 часов ночи. А в смысле, если сейчас обратиться к администрации, к этой, со скрином, то они засчитают бой на кораблях? Засчитают, но там время будет. Ну там быстро, если сейчас кто умеет. Ну, вот Синтак умеет быстро на кухню писать, но его нет. Ну пишите, если у кого есть скрин. А мы успели босса добить или нет? Там 10%, они могут 10, его убить. 10%. Пиздец. Надо было не идти сюда, нахуй. А ЗС уже выпустили? Я тебе, блядь, 4 раза сказал, пошли в РС, нахуй, ты же со своим ЦЛК. ЗС уже выпустили? Да. Должны. Короче, что-то сломалось. Надо, чтобы все, кто КД словил, чтобы завтра были. Получается, кто это? Топа и кто еще был? Я завтра не смогу, я работаю. Ну, я думаю, заменить. Ну, так вот, если мы будем замедлять людей, то второго рейда просто не будет. Да. Нахуй, я уже не хочу ничего, блядь. Как не хочу, блядь, 25-ку дойдем и все. Да как мы ее дойдем, нахуй, если люди 8 лопнутся? Неизвестно, сколько, блядь, еще ребутов будет, блядь. Сейчас же какая-то обнова там маленькая вышла. Она сейчас будет, нахуй, еще 20 раз, блядь, падает. А это, скорее всего, не ребут. Это просто падение сервера. Да. Криво что-то поставили. Ребят, как считается проходка? Нужно, типа, за один раз пройти фулл рейд или просто убить там? Какая проходка? Ну, блядь, в ЦЛК, да. Чтобы в Золоман попасть. Ну, посмотри, хоть что за сколько надо. Рейдов всех убить? Какая всех тебе ачивка? Ну, может, Лича убить одного надо. Понял. Да никакого не надо. Нет, да, надо все ЦЛК. В зал нужно фул ЦЛК, 10 или 25. Там леденда надо. Профачу. Фул ЦЛК. Какая ачивка нужна? Да всех боссов убить просто надо и все. Падение короля Лечаль называется, блядь. Ну вот, значит всех. Ну там на 40 метров какая-то. Залупа. Короче, завтра, значит, тогда пойдем ЦЛК сначала доносить, а потом посмотрим. А ИПшку ты начислил за ТГ? Да. Ну я завтра тоже на сутках буду, поэтому у меня не будет весь день завтра. Угу. Ну хули, ну хоть будем так делать, хули. Да похуй, ну а это что хотел спросить, а ГМХМ будет второй рейд? Не знаю. Ну завтра. Вообще не знаю. Приоритет эту ЦЛК донести. Ну, в принципе, ТТГ, ГМХМ это важные рейды, закрыли. Вот завтра ЦЛК донесем и там что-нибудь посмотрим. А субботу тогда попробую собрать второй ГМХМ, второй ТТГ. Если будет людей не хватать, пугов подобираю. Хули выхода нету. Второй рейд по-любому надо. Короче, на сегодня что, все, расход? Да, я вот не знаю. Да, у нас все корабли, да, СМК убил. Сейчас, если пустит, ближайший... Да это просто дисконнект был. Если пустит и пойдем, пару боссов убьем. Если будет дискон, сразу расход. Ну а так, дольше 8 сидеть не будем.
чё, блядь, не пускает еще. Как, открыв один рейд, можно сломать всю игру? Блять, о чем-то они кусочек там меняют, вон эти фамильки добавляют, книжку, блять, игра падает на полдня. Заходим. Сейчас все вниз полетим. Не. Парашют приготовили. Ну, я в Долоране нахуй. В Долоран все полетели. По рейскую тундру. Пацаны, а вы через лаунчер заходите? За что? Да. У вас тоже, да, обнова была, потом проверка? Нет. Нет. Обнова была 34 метра и все. У меня 44 метра обнова. И написала, что игры нет на компьютере, все. Да не надо в эту хуйню верить, нахуй. Закрой эту залупу, блядь, этот лаунчер обоссанный, блядь, обоссы его, блядь, и открой через RuneXe игру, блядь. Нет, ты через лаунчер обновляешь, а потом заходишь через RuneXe, и все. А еще лаунчер закрой. Нет, у меня там не, у меня проверка была. Проверка файлов почему-то запустила. Так ты закрой эту проверку ебаную, блядь, и все, да. Блядь, и будет все заебись. 6000 пинг. Пинг 10000, чувствую себя нормально. Пинг. Как дома. 8735, нахуй. Чувствую себя заебись, блядь. 20 000, кто больше? У меня как-то было 20 000. Какое-то время он вообще здесь у всех высушил. Так, летим в целка, блядь. Ой, бля, пиздец. Я в Долоране, а я, блядь, в Танарисе. Че решили, отходил? В Танарисе. А? Потому что у тебя камень в Танарис. Нихуя. Че решили, пацаны? Хуя. Ну, добьем сколько сможем. До 12. Ну, до 20.00. Давайте, холи ДЦ там заходи, блядь. Ебать. А че я в Долоране? Все в Долоране. О, еще у кого-то камень в Танарисе. Так это мы с тобой, тебе надо портал? А ты не, маг, блядь. Я могу сэкономить свой, давай. Кульдеце, заходишь, нет? Загружаюсь. Вот, я же говорю. А кто? Кто-то писал куда-то админом? Ты хуй на них, на этих админов. Сумонти, сумонти. Кого сумонит, блядь? Нет никого. Сумонти, все в Долоране, блядь. Своими ногами. Все в Долоране. Да. О, не было же оповещения, да? Я перед говорю, как прилетите. А, ну, блядь. Непредвиденная перезагрузка, но есть баф. Там чел уже ЗС спамит, блядь. А за Сибирь в ЗС сидят. Да все вроде, все планируют сейчас. Воронки хотя бы пофармить, они хотят. Они только типа в этом, в ЗС? Воронка фармить. С ласт босса падает. Одна? Падает. Воронки фармить только в ВОКа, блядь, перед солярой на трыше. Ну-ка, да, сейчас посмотрим, здесь... что-то вообще падает. Давайте на корабль быстрее там сумнем. Падает с трэша, воронки. Вот что хорошо в ЗС окает, то что там трэша поменьше. Я смотрю, с Леди Вайши падает воронка. Еще там прекрасная триня нахила. А, воронка пустоты, блять. Я думаю, что за хуйня? Да, из-за нее будут покупать этот Т5. Плюс этот еще надо, да? ОД. Там ОД, там надо будет ОД и БК эти. Баджа. В ЗС две шмотки сетовские, кировские. Три, по-моему.
Штаны, голова, ну да, три. И перчатки. Вот и одну купить можно. И все в ахуе. Где ты ее купишь? Ну, если будут продаваться они. Это третья должна, по идее. Сначала плечи. Три выбей. Плечи должны покупаться. У всех нормально все зашло? Да. Рад за вас. Ну, я посмотрел. В принципе, первая приписка, ну, две шмотки, нормально прям. Я просто в ахуе, ну что это за хуйня, почему вы дохнете как бичи, сука, сумон принимайте, я вас заебался сумонить. Фокус и шадоу нахуй. Бля, ебаный в рот, очко горит, бля, фокус, сука. Пизда, блядь. Фокус. Хуй на него, короче. Так, убил. Пошли. Допустил. Ранцы там оденьте. Спряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Дианца нет. Ебануться меня сумануло, блядь. Да ну, коты хули афкаши же, блядь. Я под кораблем умер, нахуй. Ну потому что афкашил, блядь. Заебись, чё. Пушку еще одну займите кто-то. Сейчас тело твое появится, блядь. Мне засчитают же, да? Не знаю. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, этот сундук не открывать, если должно засчитать. Не дай бог, если во время кораблей будет дискон, нахуй. Ну, просто, блядь. Всё, полетели? Да. Там типы в ЗС сидят, сервер роняют, но... А чё Shadow, Дианс сдохшие, блядь, чё это за хуйня? Они под кораблем были. Хули они там были. Пиздец, выгоните. Играем, давайте серьезнее, нахуй. Три тела, четыре тела в пушках, нахуй. И нужно мага быстро убивать. Вот Фокса кто хуярит, я не могу понять, блядь. Пушки. Ну, у него эти хуярят. Лучники, блядь. Стрелки. Минометчики. Так убейте минометчиков, блин, стрелков и всю эту хуйню. Короче, улетаем сейчас. Скидываем. Улетайте. Да. Все, обратно летим. Бля, что-то энергетики не торкают больше, пиздец. Кормись. Да-да, надо, блядь, чернуться. Черным, блядь. Four, three, two, two, one.
Че, добьете? Давайте, блядь, эту дисконт скоро нахуй. Так все будете оттуда? Там меня телепортнет, мне плохо. Ух, сколько чувак. Только. Нет, сейчас. О, давай, не открывай. Нет. Видно было Мидгар, только. Мидгар, иди нахуй от сундука, пожалуйста, я тебя прошу. Че, вставать можно уже? Да, уже открыл. Вставайте, степешьтесь. Да, я вставал, отходил. Ну, корабль видно? Или чего? Бегу. Не трогай свечу. У кого-то очку жим-жим просто. Все там зашли, нет? Да, нет. Я тут. Бля, ну нахуй. Не успели. Кто не успел? Кто-то не успел? Бля, пиздец. Все нахуй. 50 туда меньше какая-то. Три кольца выпало, фокус нахуй. Да бля, нахуй, ой, это, блядь, пиздец, просил, сука. Бля, я чую, шаман скоро сгорит. Так а он хули не успел, что ли? Вон он. О, а чё, фокусируй в танке? Не знаю. Дайте бафы хотя бы, блядь. Оп, спекнулся. Ну мы уже все видели. Есть там? Нету там кольца. Да я тебя наебал, блядь. Лучше бы нахуй не били вас от. Натуре, блядь. Там если никому не надо, там не знаю, за 50. Пощади меня. Пощады не будет. Ну что началось-то? Никаких 50. Так, Бэмми. Ну давай вырубаем тогда в ретрика. Там хэпал появился. Несика сейчас его научит раньше. Все готовы, иду запускать. О! Да, в кого на пул? Давай я тоже вылем и спекнусь на этом. Да, бусе. Да, давай. И я в КП. Тормозни маунта, пожалуйста, дай починиться. Да. Была рыба? Благодарочка. Нет, кулак по хантам дайте, пожалуйста. Бэбу еще успеем? Павла, по хантам, пожалуйста, кулачок по себе. Да, через сколько там старт? 9, 8. 5, 4, 3, 2, 1.
Так, секунду. Чё за хуйня? У нас тело сдохло. На, ты близко стоял, тебя загрызли. Да. Давай массакрую инсика. Мидарк, давай гимн на хп. Калин, гоните ДПС. Так, у тебя 18700. Всё, а на каком мне месте? На 9-м. Да ну нахуй. Не, не врет. Так, два защитника. Нихера себе, что выпало. Что-то мало нахуй дамажит шаман. А нахуй ты мне дал эти забыл? Ну, чтоб на хила там одел. Волю смертоносного забираем. С дороги. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Буду на венхе воле или нет. Погнали дальше. Че, открыли портал? Да-да. Ну, чумка, нормально. ГЦ Хант, хули. Че, Хан забрал себе волю? Поздравляю. Вая. Бля, что-то мало ДПС, пиздец, я прям расстроил. Да, ну это нормально. Да мало, нахуй. Больше, а сколько ты, блядь, 40 должен, что ли, давать? Ну, блядь, хотя бы 27. Ой, хотя бы, блядь. Ну, блядь, 255. 254, блядь. А, 6. 6. Да все равно. Ты в некоторых классах в таком шмоте и 15 не дашь. Ну, блядь. Это приятно. 4. Отдайте этого пидора сюда, блядь. Сбейте ему кас, нахуй. Дайте ему стан. Вон тому уёбку вреди. Или ебаните его уже там, блядь. Бамми, блядь. Как у тебя с тактикой целка, знаешь? Почти всё. Это заебись. А там увидишь, там право-лево, там хуйня изи. Погнали дальше. Сегодня все не успеем, завтра добьем. И один завис, или все тоже зависло? Один. Чё там за хуйня сзади пришла, блядь? Кто-то гильдию покинул. Илэйн. Бич, блядь. Не знаю, у меня написано Илзин. Да, я Вейн прочитал. Что-то не понравилось. Просто такой этот. Как З. Может, он аддон не скачал, не знаю. Мне кажется, это... не качает аддон, такие, блин. А чё ж все шмот лутают, а я просто сижу пукаю. Сюда заводи, и чё ты там стоишь?
Блять, заебал, кто там дышит нахуй? Я понял нахуй. А блять, пизда. Фокус, это ты, блять. Хуёво дамажишь, блять. Это не я, заебал, у меня на кнопку микрофон. Ты же, блять, поставил стройки тут, петушки. Да я имею в виду, ты дамажишь так хуёво, что у нас пол рейда уже легло, блять. Собаку надо было уже убить. Так, я не знаю, хилы нихуя не хилят. Опять на хила, что ли, заходить? Чё тут хилы, блять? Я вылетел, блядь, что я ж сказал, гранат слагал. Так разлагивай, блядь. Не, ну тут пал, конечно, пиздец залетный, блядь. А он сегодня только, да, вступил? Ну, наверное. За проходкой вступил. Он почву проверял просто. Пион. Пион. Наверное. И пивко ливнул, Вар. Да нихуя они все равно бы в рейды не ходили, блядь. Че, я не знаю, что там. Че, Войд, когда будем в хасель? Никогда. Блять, маленького надо залить или чё, я хуй пойму. Не пойму. Просто ебачьте всех. Хули его заливать, блять. Груплут поставь. Коленточку. Чё, нету ленточки? Ленточку? Понял, блять. Можно пока бежим к боссу, там обновить баф, кто еще не обновил. Лапу там. Сзади, сзади идут. Мясочки еще там попутно раскидать, вообще б заебись. Бля, что-то это Толгородская дриня нахуй, она что-то хуёво так прокает, пиздец. Не запускай его. Мне мана нужна. И каска, каску, пожалуйста. Так возьми штрудели маговские, да блять, и жри, блять, попадай их. Так я жру, подожди, не запускай. Блин, ты заебал там жрать что-то долго. Так маны нету, ебаный урод, ты же видишь, есть, что я умер. Есть у кого-то масло кастерское? Да. Да тут без масла можно. Всё, поехали. Мудаки, сука, блять, не пульте раньше времени, ёбаный в рот, 2 секунды. Энх, это ты нахуй, Валян, ты видел? Не, не, это я, не скрипнул. Ебать. Спору, звезду. Звезда, куда смели, туда смели, вытащили. Может, Геру дадим? Давай. Дали. Внимание, блюют 5 человек вместо 3. 2 ханта, кризис, мидарк и фокус, нахуй. Как дела у вас, блядь? У меня заебись, нахуй. Да, блядь. Так отойди сам. Отойди куда-нибудь. Я в мили иду. Хэлло, в мили. Вот все, кого назвал, должны на рейндж стать нормально. 2 ханта, блядь. Визит меня таргет наблевал, если босс.
Не, если таргетная, это нормально, если ты один стоишь. Так, ты решил забрать, да? Я понял, блядь. Ну там этих 4 хуйни какие-то на тебе. Ну, дай 4 сюда, мало. Брат. Смотри, ты знаешь, что на 10-м стаке танк взрывается, умирает и дамаг по рейду наносит. Вот, мы играем до едкой гнили, то есть, когда он будет выдыхать сейчас на весь рейд эту хуйню, и после нее только уже, когда опять... Не, я в кружок. 3 стака на полу этой хуйни будет, ты уже заберешь. Сейчас смысла нету. Угу. Ну скажи на всякий случай, когда там... Чтоб хилам не свичиться с этими... Ну сейчас хилить одну цель проще, чем... Ну, посередине там переключаться. Вот сейчас забираю. Так, я пойду автоатакой побью. Да не сбегайте, что? Не успеть. А прикольная вот эта хуйня на кота, блядь. Я вот эту свирепый укус прожимаю, и у меня прокает вот эта хуйня. Мгновенно. Какая? Накинуться. И ага. Этот. 3 споры не обязательно, блядь, набирать. Тут 2 стаков достаточно, чтобы не сдохнуть. Мы не расслабляемся, делаем как в Гере. Мы просто дольше бьем так с этим избегать. Да там, блядь, больше что на... Да, блядь, это все плохо. На 15 секунд. Что это? Скорость, меткость, ткань, да? Шатастик, кризис. Грызут кого-то. Мне, если что, не особо нужно, смотрите, ребят. Следующий был Равенен. Десятку нажимал, блядь. Она как бы, может быть, пойдет когда-нибудь. Кто, у кого распыл есть? У меня есть Равенен. У кого? Равенен. Угу. Так, сила. Сколько я выйду, уходит на 8? 15. Фокус же, да? Шатастик, ты уверен, что 14 место. Угу. Ты уверен, что тебе это надо за сотку? Да-да, если там никому не надо больше. Там вар нажимает, ну 10. Ну если вар нажимает, то ему отдай. Вот Фокс я хуй знает. А куда тебе эту шмотку хуй... на кота? Да. То у меня нет вообще с РПБ колец, я заебался уже это РПБ собирать. Там другое кольцо идет с Вальки, это кольцо, ну смысла нет на кота брать. Вот на вар оно идет. Ну ищи с РПБ, зачем тебе такое-то? Как это с РПБ и есть. Это нет. Это силовое, оно с РПБ, но оно силовое, блядь. Чего вы дрочите? Сила коту тоже норм, кстати. Но не так, как ловкость. Сила больше. Нет. Да, по-моему, дает. Сила лучше дает. Сила атаки в 2 раза больше она дает, чем ловкость. А крит? Агила. Ну она тебе 50 этих ловкости тебе дадут, там даже 0.5%. Ты уверен, что сила котам дает 2 единицы? 4. Опа. Воинам, паладинам. 4 апа она дает. Я понял, нахуй. Мне похуй. Сила... Там... Насрать! Давайте ебать. Бить. Мне так... Вы заебали с этой хуйней. Че там, кому что дает, блядь? Это все заебись, это все охуенно, блядь. Вот почему Энх 12 тысяч дает, блядь? Мне объясните лучше. Че, может... Сломали их. Может, он должен больше давать. Может его в силу одеть, блядь. Ты, короче, слизней води, Шатастик. Блядь. А. Да там хуйня. Фокус, сука, чё ты не готов опять? Да я этот, чай. Охуенно. Thank you.
Это там кто новый в гильдии там? Ребят, ну вы без меня добьете, да, меня крашит, хочу собрать. Да, добьем. Это, если хотите там в рейды ходить, там, ну, в перспективе там в Геру попадать потом в будущем, смотрите, блядь, на Ютубе есть... Отпустите Слизнюка, блядь. На Ютубе есть все это, и Гера, и все рейды, вот, которые мы ходим, и ТТГ, и вся эта хуйня. За хилов, за танков, за ДД все показано. Смотрите, учитесь, читайте тактику, гайды на свой класс там, блядь. Чё это за хуйня? Вы не можете, сука, за спину зайти? Дианс, вставал кьюзы. Нету. Ебать. Да дайте слизнюка вы забрать, ёлки-палки. Да нахуй тебе этот слизнюк, блядь, бегай спокойно. Бегай спокойно там, не дрочись. Вот встань, он большой. Отвернись от нас спиной, блядь. Вот, и только большого забирай, нахуя тебе маленький. Так я большого и не могу забрать, там большой стоял, я его не могу забрать. Да и похуй, пусть стоит. Там ДКшник просто он тебе не отдаст. Они очень сильно агритых. Ты уйди. Уйди отсюда с центра, далеко встань. Появится большой, потом я его ставлю, что ты с меня заберешь. Вот. А зачем диспелите так? Я уже таунт заюзал перед тобой. Ты не юзает рано таунт, блядь. Не... Ну нахуя ты его рано юзаешь? Сейчас будет взрыв, блядь. Дальше веди. А, нет, еще нету. Еще три только. Вот, у тебя есть баф? Да, нет. Этот, тебе не надо это спешить таунт давать. Ты посмотри, пускай там по нему побьют, посмотри, как по нему агро набирается. И потом уже нажмешь. Да вообще сейчас этого не забирай, большой будет, не забирай, стой там. Мы захилим. От этого убегать или драться с ним можно стоять? Да, не надо. Можешь драться. Не убегай, ничего не делай, только на нас его не поворачивай. Все, этого не забирай, оставь его здесь. Просто захиливаем рейд. Дай там массакрунсика. Да поставь себе аддон. Блять, сука. Полтора ката дал. Да не, кроме рофлов. 19. Ладно, спасибо. Я не пойму, рекаунт меньше показывает, что за хуйня. 19 900. Рекаунт чуть-чуть пиздит. А вы чем пользуетесь? Силовые маги. А что такое? Скада. А что, мы на профа не идем? Квест, пойдем, квест, сейчас квест. А у нас подойдите, квест, да, начал. На чем квест был? О, и Валька. Кого? Ну бейте, разворачивайтесь. Кто там квест идет задавать первую пачку? Бьем Вальку нахуй, че, блять? Сберите ее с меня. Не забирайте, пускай помрет. Три Вальки. Сейчас на профи будем урон смотреть. Маги пиздите бафы. На профи, блядь, шпшники должны дамать. Был бы сейчас. Нет. Был бы сейчас какой циркуль, нахуй. Ты бы там, блядь, 10к даже не дал бы 9. Я на профи. Ты гонишь, что ли? Я на профи, нахуй, всегда в топе был. Там мультидота и чистая, бля, АФК. Комбоешка упала за 100к. Я про элемы говорю. Так на циркуле Алема не дамажили, ты ж помни, там-то Т4 нет. Ну вот, ты видишь, так что ты радуешься. Все, всем засчиталось. Только тебя благодаря. Вроде бы. Я кайфую, не, я просто кайфую, блядь. То, что здесь сделали, блядь, охуительно. Короче, тебя послушаешь, ты везде был в топе, но пока ты... Я очень сильный. Очень сильный. Так это же ты, циркуль, блядь. Ты с топой дружишь? Да вы заебали, блядь. Хватит лутать эту хуйню фиолетовую, у меня табличка появляется. Не открывайте. Кому ключа надо убило? Блять, я камень утонул. Не понял. Сука, мне чтоб боешку.
Бля, буребай уходит, ебай. А там плечо где-то лежит, слышь, в этой вальке. Ой, сколько мы боссов убили? Смотри, можем квартальных нам оставить на завтра. Инси копал, а ты тут? Жезл. Ну мы что, не успеем профа убить? Нам тогда останется только Лана и Валька. Да, по сути, нахуй нам проф, да, потому что мы хуй знает, сейчас люди вон уходят, еще и хил новый, блядь. Пошли. Ну, проф без трэша, мы уже здесь. Да, свой, может, ну, этот квартал закроем просто, да, и потом уже пойдем чилить, не? Давай, профа убьем и чилить пойдем. Спасибо. Обращаюсь. Бигда мне потроха нахуй какие-то в обмен кидали. Вы шо там, блядь? Потрохмастера. А чё, блядь, ТТГ кто-то пойдет десятку, сука? Сегодня я две тупо скину. На экске надо, я пойду. Осторожно, если надо, осторожно. Надо в кару и в ГМ. Войт, у меня в кончились кару, персонажа. Кто в кару будет? Кару магом в ТТГ, ой, в этот, в ГМ. А чё тебе нахуй в каре ещё надо на мага, блядь? Голову. Башка нужна и лок тоже. Какая голова еще? К4? К4. А, в обычке что ли? Так, а мне что надо? Ну, Карпен тоже подходить. С долгой ногу. А что, есть у кого-то это? Урнашер на погибель? Есть. У каждого второго есть. Я релогнусь. Не, крутые вы перцы, я понял. Я могу за рогу потом сделать камень. Просто за двумя печеньками, блин, туда разгоняли. Так, кору обычку горишь, да? А потом что? Сейчас погодите, я этот релогаюсь. ГМ надо еще обычку. ГМ. Да ГМ тут к любому можно прыгнуть. Да нахуй мне к любому, который зачем. Надо самому собрать. И залутать то, что тебе надо. Вот а где все, фокус, да? Нахуй? Я же сказал, что с чем ты слушаешь? Сука. Ты что, тупой его? Это лучше дам, не спрашивайте его, чтобы он микрофон свой не включал. Я тебе дам, блядь. Короче, я бы сходил, так не знаю, блядь, спать что-то охота. Сказки о зерне. Правильно. Спать надо. Бегу. Да, может кто-то пойдет на РБКшки там пойдем. Нахер вам эти рейды? Вот он РБК, кстати, я бы сбегал на сам. Там ну, бабки. Когда идем им... туда, где будет ничего не лутает, ему сразу спать охота. Че да. Там, бабки? Там можно рыбу, РБК, рыбу можно, да. Пожалуйста? Продам воронку ЗС 200к штука. Вот, да. Поставь рыбу, не жмоться. Да и похуй. Это... Я поставил. Я в кукле, короче. Сука, лень играть, что ли? Ну да. Все готовы. Поехали. Классный отчет, спасибо. Я сказал поехали. Ну ты же дурачок. Он сказал поехали и нажал на газ. Да я, блядь, когда в куклу сел, там уже не дашь отчет, блядь. Там нету панели. Так что... Просто красава. К сожалению, придется проебать. Ну уводите его под этот... Под фонтан. Жутастик, давай уводи под фонтан. Бегите сами туда уже, к фонтану. Так. Это что, это лужа такая, что ли? Угу. Успеете перевести? Блять, как этот каст лужи называется, этих колб? Их еще нету. Уже есть. На первой фазе же нет, по-моему, колб. А, ну да. Я думал, мы уже перевели. Забыл, вчера химическая смотрел. Бомба. А, о, все, нашел, все увидел, есть. Пельмени сейчас скоро будут. Семь секунд до колб.
Веди. Красный. Пельмени. Где колбы-то? Под фонтаном. Смотри, вон таймер показывает 8 секунд. Видишь? 5, 4. Так он должен был поставить 3. Уже. Думаю. Он поставил там, где слизнюк выливается. В 1. Раз. Вот поставил. Ты видел таймер сейчас или нет? Нет, сейчас. Так, блять, посмотри полоску. Я на пол смотрел, ждал колбы. Вот это вот ты видишь? Показывают у тебя такую хуйню? Ай-яй-яй, плюнь. О, видишь, я даже... Ослакал. Даже отвлекся на эту хуйню. Вот 8 секунд мне показывают. Вот, так это и есть этот таймер. Поднять его? Да. Да. Пельмени. Не вставай. Че, отбежал? Словил. Пельмень поймал. Хули ему не привыкать, это же паладин. Бабл нажмет. Красный. И норму там залей. А Мелик что, будет так стоять, да? Беги. Пельмень летит. Ну, побьет босса. Энг, беги! Крузис, как дела? Ебать, да я сплю уже, мне пиздец. Я понял, блядь. Чё там проценты? 40. Будем стопать, еще слизня будем бить. Стопайте по боссу. Еще слизня бьем. Отойдите от босса. Так, какой сейчас зеленый, да? Вот чё там, нет бэра лишнего. И профа к столу веди уже. Так. Главное лужи дать. Здесь 6-10 секунд бомба будет. Веди к столу. Отходите. Это добивайте зеленого и переводите. Фул по профу давайте. Там через 5 секунд еще он лужи разольет. Все там, все перевелось нормально. Отходите от бомб. От бомб отойдите. Отойдите от них, сука. Хули вы прям на них стоите. Я понял, блин. Че вы Крайзиса ареснете? Давай резну. Точнее, смотрите. Дайте Крайзису персональную геро. Держи. Так, МВП Хант, видишь вот эту полоску? Видишь? Центр. Нашел полоску? Прием, МВП Хант, ты полоску? Да. Ну вот смотри, готовься, видишь отчет? 5, 4, 3, 2, стреляй. Вот, обратно ушатастик забирай. Ушатастик, как дела? Забрал. Вот, теперь не стреляй, блядь. Теперь не стреляй, потому что... А, инсика забрал. Сейчас не стреляйте, у меня таунт, когда я отвожу от колб. Сейчас не стреляйте. Все так добьем, не стрелять, ничего не делайте. У меня один сак всего лишь. Ну и сика нахуй. Блять, ГЦ проф захилился. Сука, нахуй ты таунт нажимал. Еще один. Блять, бомжи нахуй. Два стака, два ляма быстрее бьем. Сейчас третий повешен. Я вообще ничего не жал, я отпустил Клаус. Да не ты, блять, там инсика, блять. Бич. Профа отхилил. Да, ну а хули ты сдох, блядь? Ну и чё там нахуй, где маги? Колбы поставили, там стояли. Взорвались. Да, бомж ты, потому что... Всё, чё, в колбах маги чили, да? Сейчас, блядь, я ИП дам. Так, завоеватель и защитник надо кому-то. Так, завоеватель, блядь, ДЦ. А, нет, на меня нету. Защитник тогда... МВП Ханту. На третий спек. Так. Все, сейчас я 700 ИП дам. А пойдет кто в ГМ сейчас по Шурику? Там. ГМ или ТТГ? ГМ. Ой, это... Кару. ГМ сначала выгоняем по Шурику, потом Кару.
И пока народ есть. Да. Ну... Так.